Жительница рязанского села Ходынина Наталья Каскина просит помощи неравнодушных людей. После пожара женщина осталась без жилья с двумя несовершеннолетними детьми. Пожар произошел 4 января во время новогодних праздников. Как произошло? Мы все были дома, потому что были праздники, вот отдыхали. И где-то около 8 отключился свет. Но так как мы живем в деревне, у нас это частое явление, поэтому не придали значения этому. Вот. Через какое-то время я услышала крики о помощи, что кто-то кричит. Ну, так как рядом магазин у нас и были праздники, думаю, может быть, там. Но вышла на крыльцо посмотреть, что такое. И увидела то, что в калитку, в соседнюю квартиру забегает соседка и кричит: «Наташа, мы горим». Вот. А дом, так как у нас он вытянутый, 4 квартиры, вот, я когда повернулась, увидела, что с последней квартиры уже внутри там все полыхало и загоралась уже крыша. В настоящее время Наталья вместе с гражданским мужем и двумя детьми 8 и 12 лет проживают в однокомнатной квартире ее матери в той же деревне. Кто-нибудь пытался помогать? Вот то, что соседи, вот как-то деньгами там, кто что-то. Да, вот со школы, это уже когда начали учиться. Вот, со школы учебниками помогли. С администрации я получила 10 тысяч. А насчет того, что не обещают вам жилье какое-то? Обещают пока общежитие на время, а так как мы относимся к селу, администрация трудновато там будет. Семья нуждается в одежде, посуде, технике, необходимы школьные принадлежности для детей. В чем школу ходишь? Еще все сгорели? Да. А в чем теперь ходишь? Что дали, то и хожу. Выгорело все действительно дотла. Местами пожар не оставил даже стен. Тут вот огород наш был. Вот. Здесь у нас постройка была. Вот у нас и у соседки мансарда была. Вот у нее уже все отделано было, мы тоже вот собирались. А пожар начался вот с этой вот, с последней квартиры. Пока лазили по руинам, подошла знакомая Наталья, и мы невольно подслушали разговор. Это, Наташа, долгий путь. Это хлопотать, надоедать надо, унижаться. И вот тогда... ничего, Наташ, можно и дойти и выше, идти, как это? Вот обращаюсь, куда могу. Вот люди помогают. Вот. Сейчас требуются деньги, вещи для детей. Если кто-то что-то может помочь, пожалуйста, буду очень благодарна. Чего хочешь вот в этом году? Чтобы все было хорошо.